Всем большой привет! Сегодня будем красить пасхальные яйца необычным способом – в фольге. Метод не занимает много времени. Яйца получаются яркими, не похожими друг на друга, очень красивыми. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Чисто вымытые белые яйца комнатной температуры складываем в кастрюлю. Заливаем их полностью водой такой же температуры. Добавляем столовую ложку соли и отправляем на плиту. Пока яйца варятся, подготавливаем фольгу. Складываем ее вдвое для прочности. И отрезаем. Количество листов соответствует числу яиц. Ширина листа примерно 18-20 см. Дальше сминаем фольгу в шарики. Еще нам понадобятся жидкие красители. Заливаем их горячей водой согласно инструкции на упаковке. Промакиваем влагу салфеткой. Хорошо разминаем каждый краситель и срезаем уголки. Прошло 10 минут. Яйца сварились. Переходим к окрашиванию. Расправляем лист фольги. Капаем на него по несколько капель разного красителя на свое усмотрение. Затем достаем из горячей воды вареное яйцо, вытираем его насухо бумажным полотенцем, кладем на фольгу, несколько раз прокатываем из стороны в сторону, потом заворачиваем и прижимаем фольгу к яйцу. Так поступаем со всеми яйцами и оставляем краситься на 20 минут. Спустя указанное время снимаем фольгу. Даем краске окончательно высохнуть, а затем для придания дополнительного блеска смазываем яйца подсолнечным маслом. Вот и все. Оригинальные пасхальные яйца готовы. Обращаю ваше внимание, что ставить их в холодильник не следует, так как из-за перепада температур краситель может начать прилипать к рукам. Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.